Второй по населению, площади и экономике город области отпраздновал свой 437-й день рождения. Ливны принимают поздравления, а его жители еще и подарки. Так, накануне десятки ливенцев получили почетные грамоты и благодарности губернатора Орловской области. Отрадно, что сегодня мы, подводя итог, по сути, в день рождения, радуемся всем изменениям, которые есть в Ливнах. Действительно, в Ливнах нам удалось аккумулировать большой объем средств. И сегодня, подводя итоги 5 лет, более 1 миллиарда 200 миллионов рублей по различным программам нам удалось собрать в Ливнах для того, чтобы реализовать проект общественного развития, общественной территории, строительство поликлиники, пристройка школе. В этот день рядом со своими земляками был известный детский хирург Леонид Рошаль. Правда, в режиме видеоконференц-связи. Он был награжден знаком признания особых заслуг перед Орловской областью «Гордость и слава Орловщины». Приезжая каждый раз в город Ливны, удивляешься тем преобразованием, которое сегодня есть. Жители сами активно участвуют в голосовании по наведению порядка и формированию той программы, которая сегодня работает в городе. Они активно участвуют в программе Минстроя, в региональных проектах.